По всей стране сегодня проходит акция «Сад памяти». Ее цель – высадить 27 миллионов саженцев в знак памяти о погибших в Великой Отечественной войне. К акции присоединилась вся Тюменская область. Жители высаживают деревья на своих участках и отмечают их на интерактивной карте «Сад памяти 2020.рф». Сегодня в областном центре сотрудники нескольких ведомств разбили сад в Тюменском лесничестве. Важно то, что здесь, вот на этом месте, никогда не рос лес. Это вот действительно будет сад, это новые посадки здесь, лесоразведение. Мы сегодняшний день здесь высаживаем наши сеянцы молодой сосны. Соответственно, сеянцы выращены также в наших питомниках, 1418 сеянцев. Мы здесь спланировали такой сад, и вот как только будут сняты, возможно, ограничения, нам привезут памятную доску, мы ее также здесь установим прямо на въезде, что это действительно сад памяти.